17 ноября ученики 5 класса встретились с Александром Терентьевым. Александр Арифьевич живет в Десногорске с 1978 года, участвовал в строительстве города. По его инициативе в 2006 году было создано морское собрание, в котором он является председателем. Морское собрание занимает активную жизненную позицию в городе, ведет патриотическую работу и морское просвещение среди учащихся. Александр Арифьевич рассказал ребятам о том, как проходила его служба в военно-морском флоте, о работе на Смоленской АЭС и просто о жизни в Десногорске. Сюда я приехал из города Таганрога, где работал в Азовском морском пароходстве. Но однажды на комсомольском собрании нам зачитали газету, какие у нас идут стройки. В то время строили ВАН и атомные станции. И вот как раз прочитали, что на строительство атомных станций требуются молодые энергичные люди. Но у меня в это время по семейным обстоятельствам как раз сложились так, что я решил приехать на Смоленскую АЭС работать. И попал вот из Таганрога, с Азовского моря, попал в город Десногорск. Тогда еще он назывался поселок Десногорск. Александр Терентьев пожелал ребятам хорошо учиться и заниматься спортом, чтобы быть крепкими и сильными. Ребята со словами благодарности вручили подарок гостю. Мне очень понравилось. Я бы хотел, наверное, тоже что-нибудь в будущем построить. Тоже хотел строительством заниматься. Мне очень понравился этот урок. Я узнала много нового о строительстве нашего города, о строительстве нашей атомной станции и о тех людях, кто принимал участие в строительстве, о наших первостроителях и созидателях. Ученики школы номер 3 будут готовить ролик «Слава созидателям» с участием Александра Терентьева.